Каникулы можно провести с пользой и удовольствием. Так решили педагоги и воспитанницы детской школы искусств и отправились на международный конкурс World Music Heritage. Наталья Баканова приехала в Москву с произведением Римского-Корсакова «Звонче жаворонка пенье». В детской школе искусств Наташа учится уже третий год. Несмотря на то, что выступления для нее уже стали привычным делом, на сцену выходила с волнением. Надо, чтобы было у песни настроение, потому что неинтересно слушать, когда артист хорошо попадает в ноты, но поет без настроения. Мне конкурс показался очень интересный, я сильно волновалась, потому что там было очень опытное жюри, и конкурс был международный. Наташа смогла покорить сердца жюри и стала лауреатом третьей степени. Еще одну награду конкурса завоевала Дарья Чернова. Юная вокалистка выступала с песней «Ночь уходит» Валентина Берестова. Даша стала лауреатом второй степени. После долгого перерыва выступления на очном конкурсе стали глотком свежего воздуха, особенно учитывая уровень вокального состязания. В жюри вошли музыканты и певцы с разных уголков мира. Жюри было, конечно, очень серьезное. Там певец из Италии, и там солист Большого театра, и Геликон оперы, и также Армянского театра солистка. Результатами поездки педагоги и воспитанницы остались довольны. Благодарственными письмами также наградили концертмейстера Софью Сеник и преподавателя Дарью Кварту. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.